Привет, друзья, меня зовут Марк, вы на канале Бабкина Крипта, и это канал по заработку на криптовалюте. Сегодня у нас на обзоре очередные квесты от платформы QuestN. Снова будем лутать бесплатную криптовалюту. Хочется сразу сказать, что... Хотя нет, давайте я расскажу об этом попозже. А вы пока подписывайтесь на наш YouTube канал, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, жмите обязательно в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Ну и про Telegram, про наш, не забывайте, Бабкина Крипта. Здесь мы постоянно скидываем полезную информацию, бесплатные раздачи, все остальное. Здесь куча инфы, реально, ребят, подписывайтесь, не пропускайте ее. А мы давайте будем приступать, ведь мы уважаем ваше время. Итак, друзья, платформа QuestN опять дает нам возможность зарабатывать бесплатную криптовалюту. Хочется сразу сказать, что я уже на одном из квестов выиграл. Попал в топ 100 наград, сколько там было участников. Даже сейчас, 9 тысяч, ну вот представляете, да, какой процент. И удалось мне все-таки забрать $10, но склеймить пока не получается. Просто по той причине, что очень большие комиссии на данный момент в сети эфириума. Давайте прямо сейчас это посмотрим. Вот я нажимаю Claim Revert. Открывается мне MetaMask. Он показывает комиссию. Видите, $30. Ну, достаточно высокая комиссия. В любом случае, я не переживаю, по какой причине. Во-первых, для того, чтобы склеймить, у меня есть 356 дней. То есть почти год. Ну, то есть было больше. Сейчас, конечно, уже дни-то идут. Поэтому я буду в любом случае ждать, когда комиссия будет меньше и заберу свою награду. Поэтому не переживайте, если что. То есть в любом случае у нас сегодня квесты. Некоторые на Арбитруме, какие-то квесты. Квесты на полигоне, есть на полигоне еще один и на BNB. То есть тут вообще комиссий почти никаких нет, но вот на эфире единственные комиссии большие. Но это тоже не проблема, они бывают вообще меньше, но вот пока на данный момент из-за того, что мем-токены всякие, мем-коины летят, и комиссия, соответственно, тоже большая, потому что большинство этих мем-коинов на эфириуме сделаны, и, соответственно, и комиссия за транзакции, ну, просто больше. Сегодня я снова для вас отобрал несколько квестов. Есть у нас два квеста, в которых мы принимаем участие. Это Webacy и MetaDefender Community. Тоже мы уже их проходили на предыдущих роликах. Сейчас я вам покажу. Вот, заработай без вложений. Есть еще вот этот. Но они уже не актуальны. Можете их не смотреть, потому что там уже все уже закончилось. Квесты нужно проходить здесь сейчас. То есть, если вы заходите и прямо сейчас смотрите этот ролик, проходите прямо сейчас, прямо со мной. Все максимально просто. Потом вы все равно ничего делать не будете, проходить не будете. Поэтому лучше сейчас это сделать. Смотрите, первый проект Stea DeFi, потом у нас проект Jarta Finance, Arde Finance проект и проект FamDAO. По сути, про эти проекты изучать я ничего не планирую. По какой причине? Вот когда я выиграю что-то, я, возможно, что-то буду изучать. Пока причин в этом не вижу. Просто хочу сейчас забрать награду, получить, попробовать пробиться в топ. Топ-50 вот здесь. Здесь, к примеру, топ-100, топ-100 и топ-50 здесь. В общем, давайте проходить. Здесь стандартная вся история. У нас нужно подписаться на Twitter. Сразу же подключайте VPN, потому что, ну вот, к примеру, из России очень тяжело. Без VPN практически не получается работать. Все, я подписался. Сразу нажимаем Verify, делаем ретвит. Там еще и внизу сразу написано лайк сделать, поэтому лайк сразу же поставим, чтобы время не тратить. Все это занимает вообще очень быстро происходит. Время вы практически не тратите и получаете возможность забрать награду от Verify сразу же. Здесь сразу же Verify нажмем. Пока он проверяет, мы идем с вами в Discord, выполняем какие нужны условия для входа, принимаем приглашение, переходим в Discord. Либо это можете делать через браузерную версию десктопную, либо заходите уже через приложение и делайте так. То есть я бывает по-разному делаю. Вот сейчас просто не хочу Discord приложение включать, попробую все это онлайн сделать, чтобы больше понимать, видеть, что тут Verify. Может, это и не нужно. Сейчас, кстати, проверим. А, вот это и правда не нужно, видите? Даже ничего делать, по сути, не нужно. Просто сейчас берем, закрываем это окошко и все. Все, мы с вами прошли весь квест. Заняло это, я думаю, около минуты времени. Ну и $10 можно заработать. Ну вот просто так в сети Арбитрума. Сеть Арбитрума очень такая перспективная, поэтому тоже интересная история. Дальше идем. Здесь у нас 100 победителей. Все в Lucky Draw. Здесь уже социалок побольше будет, но в любом случае будем проходить. Здесь нужно подписаться. А, нужно иметь 50 фолловеров в Твиттере. Опа-на. Но у меня столько нет в Твиттере. Этот квест мы пропустим, потому что мы его пройти не сможем. 50 фолловеров у меня просто тупо нет. Просто нет. Ну, давайте сейчас проверим. Не дает. Ну, давайте пропускать тогда его. Потом, когда пройдем все остальные, будем другой искать. Видите, никак не получается нам 3 квеста нормально пройти. В прошлый раз тоже искали. Ну, и в этот раз, видимо, тоже придется. Тогда заходим на другой. Так, здесь мы проходим социалку, подписываемся. Нажимаем Verify. Здесь нажимаем, делаем ретвит. Так, ретвит сразу делаем. Не знаю, надо лайк или не надо. Я сразу же прожму. Здесь не нужен лайк. Здесь сразу в Discord нужно переходить.
ходить, там тоже это все делать. Сейчас Discord откроется, все, сразу там расширим это все дело. Отмена, перейти в Discord. Здесь необходимо будет нажать на вот эту галочку и здесь подтвердить. Все, мы все сделали, галочку отжали, все открылось. Можно нажимать Verify, здесь 100% Verify. В Telegram переходим. Ну, Telegram я открою, наверное, уж. Нажму подписаться, присоединиться. Все, окей. Нажимаем Verify. Все, мы попали, как говорится, в раздачу. Посмотрим, сможем ли мы победить, либо не сможем. Еще отслеживайте по времени. Вот 2 дня осталось. Соответственно, тут 5 дней, тут 2 дня. Так, давайте вот здесь проходим. Это уже третий. А я ведь вам 4 подготовил, а всего 3. Может быть, 3 пройдем, не будем 4 искать. Сейчас посмотрим. Так, нажимаем Verify. Сразу же нажимаем. Здесь нужно ретвит сделать. Сразу же сделаем лайк, чтобы время не тратить. Нажимаем лайк. Нажимаем ретвит. Закрываем. Сразу Verify. Тут сразу Verify. Тут идем в Telegram. Открываем. Присоединяемся. Ничего не просит, поэтому сразу выходим. Пока здесь идет Verify. Ну, телегу сразу засчитать должно. Вот, все окей. У нас остался Discord. Давайте Discord перейдем. Ваша задача, на самом деле, вот в этих во всех квестах, повысить свои шансы на победу. Чтобы эти шансы повысить, у вас нет фермы аккаунтов и так далее. Вы просто проходите больше квестов, вот и все. То вместо одного проходите там 3 или 4 или 5 проходите в день. Изучайте платформу. И тогда будет возможность что-то заработать. Потому что здесь просто на жопе ровно сидеть, ничего не получится. Так, здесь что? Здесь, наверное, ничего, мы все сделали, нам сейчас должны засчитать. Так, все, отлично. Вот мы с вами 3 квестика прошли, ставите сразу напоминалочку, чтобы ничего не пропустить. Я думаю, хватит вам 3 квестов, ничего страшного. В принципе, 3 квеста есть, прошли, все, можно теперь напоминалки ставить и заходить. В любом случае, даже если напоминалки вы не поставите, у вас вот здесь появится уведомление, что вы что-то выиграли. Если вы ничего не выиграли, все отправляется в миссет вот сюда. Здесь у меня куча квестов уже, в которых я принял участие, там вот еще внизу есть. Но в любом случае, там $30 с этого дела заработать можно, сейчас на медвежке любые деньги, только в кассу, только в плюс. Так, в принципе, друзья, пишите свое мнение в комментариях, как вам такой контент. Если нужно больше квестов, если вам мало 3 квестов на ролике, давайте будем делать 5 квестов. Также еще есть идея сделать квесты по Галкса или по Зиле, даже можно тоже проходить там активности. Если вам эта тема всем интересна, пишите в комментариях. Будем делать такой контент. Все, что вам интересно, будем делать. Все, что полезно и на чем можно заработать. А так, друзья, вновь рекомендую вам подписаться на наш YouTube канал. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и жмите обязательно в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Про тележку я говорил, про нашу тоже не забудьте подписаться. Меня зовут Марк, и я благодарю каждого из вас за просмотр. С вами был канал Бабкина Крипта, и самое главное, друзья, не теряйте свой кэш.